Блять, он тонет. Ой-ой-ой-ой. Че? Вообще зверь машина. Блядь. Горел, горел, но ехал. Всем привет! Вот воскресное, точнее субботнее утро, яркое, солнечное. Мы выезжаем снова на покатушке с трофи-школой. Сегодня будет порядка 7 участников. Такой вот у нас интересный агрегат. Соответственно, я. Я среди них просто какой-то малыш. Ребенок, так сказать. Все на больших колесах, на бульдозерных, с антеннами, с лопатами, я не знаю, с лебедками, с чем угодно. И мы. Простой маленький рейндж-ровик. Ну, посмотрим, дойдем ли мы сегодня до финиша. Или нас будут всю дорогу тащить. Я самый неподготовленный участник. Давай. Первое приключение. Вот у соседнего УАЗика кончились тормоза. Ну вот, как такое может быть? Бывает. Ребят чинят. А? Ремонт на месте. Ремонт на месте, но да. Это все в поле. А что, болчонок потекся, да? Да, цилиндр перепускает, тормозов не было. Сюда ехать без тормозов. Офигеть, ну сделали сейчас? Ну, вроде как да. Ну, мы смотрим, здесь тачки серьезные. Да, да, да. Наверное, подготовиться. Самые подготовленные. Офигеть, резина. Вот это резина. Не то, что у нас изолента, да? Да. Сейчас буду прокачивать цилиндр, главный тормозной. Ребят, видишь, случилась неприятность. Всю дорогу тормоза еле-еле работали. Ну, сейчас прокачает и путь. Бачок здесь смотрится, да, такой маленький, да, вообще прикольный. Тут можно канистру поставить омывательную, да? Чего так плашмя? Да, 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 да. Места вообще для всего хватит. А вот здесь воздух. Качать. Воздух? Да. Вот этот. Мойка двигателя, да? Тормозов слетает. Блютузовский разъем. Соединенный с головой, да? Все по современным технологиям. О! Вот она. Проушина. Она вчера машину заводила. Вот они. Доступа к нашим тайным проушинам. Если, не дай бог, мы застрянем, нас будет за что тянуть. О, который в прошлый раз не поехал. Который, да, в прошлый хорошо, раз не поехал. Не поехал. Почему? Турдом был? Нас из-за тебя бы не получилось. Потому что у нас приехала сильная команда. Ага. Процентов 70 с лебедками. И мы поменяли маршрут. И поехали, короче, как почти как для подготовленных. А, видишь, маршрут и меняли в прошлый раз, когда мы не поехали. Да, мы специально, потому что приехала команда сильная, все говорили, поехали там, где посильнее, да, посложнее. И я его маршрутчик поменял, там веток было немерено. Ну, я понимаю, мы там были две недели, два месяца назад, не было веток. А выпал снег, видимо, вот это все наклонилось, они потом снег растаял, а ветки так и остались внизу. Мы ломали, ну, короче... Ну, просто мы бы с вами туда бы и не поехали. Да, понятно. Я просто увидел бы машину, как бы. А там все были, я у всех спросил, едем или нет, там будут ветки. Я говорю, поехали. Поехали. И все. Он такой молчаливый, необщительный, угрюмый. И я так понял, что он в любом случае будет всем недовольный. Здорово. Ничего, нормально. Человек в телогрейке. Фактически, да, да, да. Так что себя штраф. Или просто. Да. У нас серьезная команда, вы понимаете, да? 22-й канал. Сейчас. А кто с нами едет? 22-й. Кто же с нами едет? Вы чемодан брали? Брали. Чей чемодан? Так, где он? Сейчас 22-й канал, рацию включим. Опа. Проверяем. Нет контакта? А вот так? Ну, пауэр, да? У них этот, как его, плюс на радиостанции не идет. Весь провод, мы их плюс удлиняем и просто тыкаем. Минус с минусом ничего не будет, а у тебя плюс прессовой. Ничего не понимаю. Да-да, ребят, по матрешку еду по прямой, через джель. Все, у нас не работает радиостанция, такое бывает, не знаю, почему пропал плюс. А вот с ребятами обсудили, скорее всего, будем сейчас чинить на биваке, позавтракаем и параллельно прокинем плюс. Если рация заработает, хорошо, нет, ну, значит, пойдем без нее, такое тоже бывает. У нас сегодня маршрут будет порядка 200 километров, из них 60, скорее всего, будет по бездорожью. Ну, вот как сказал ведущий нашей колонны, что 50 километров по лесу, более-менее лайтовая сегодня будет покатушка.
То есть я говорю о том, что будут, и, конечно, и колеи, и не исключено, что будет брод. Поляна для завтрака. Тихонечку спустимся опять до единицы, и дальше начинается самое интересное. Как идет воздух? Да. Ну, прикольно. В пулевых условиях был не закручен вот этот провод, вот он, просто болтался. После съема аккумулятора он открутился и упал. Все, мы его прикрутили, случайно нашел в темноте. Все, рация заработала. Я первый, нет, девятый. Нет, рация слабовато, не потянет. Слабоватый, достань сильную. Так это в дивизии. Так вырви в дивизии, ты же связь, а не балалайка. Продолжаем движение. А, заработала радиостанция, ура, мы заводимся. Ты далеко не езжай. Тебе... Юх, попробуй руль вправо и назад прям. Потихонечку. Ты что, прикалываешь, что ли? Включили понижайку. Вон, за ним. Так, я куда дальше еду? Вон, за ним. Зеленая елочка. Нам пришлось пропустить впереди люксовые машины, задранные практически, небо царапают. Ну что сделаешь, есть машины повыше, они не оценивают наш рост с тобой, да, двухметровый? Да. Ну да. Что сделаешь, у них другая тема. Мы антенну прикрепили, мы тоже высокие, и пробираемся. Конечно, интересная поездка, интересный маршрут, мне вот изначально он понравился. Прям действительно, да, такие перевалы, уже первые буксоны были. Вон, системы у нас все включены. Ребята посоветовали нам включить песок. Сначала мы шли в колее, режим колея и пониженная. Но вот ребята говорят, лучше включите песок, чтобы она включила вторую, на вторую в натяг идти. Ну, посмотрим сейчас, как включили песок. Давай. Ты на меня смотри. А что сказал он? Впереди будет пионерский лагерь. Ага. Там будет статуя пионера. Это он. Кто он? Ну, кто по рации сказал. А, это он, да? Да. То есть его здесь памятник открыли, не рукотворный? Я так понимаю, да. Я был хорошим пионером в то время. Ну. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Даже не все стекла еще побили. А, вот. А он, оказывается, не действующий пионер-лагерь, заброшенный. Ну, что у нас? У нас бывает в России такое. Красиво как. Русь-матушка, как же все-таки красиво. И Финляндия никакая нам не нужна, да? Да. Но было бы интересно в заповедный тур съездить, который на 20 дней
летом... На месяц, что ли? Да, там тоже предел 20-25 дней, 13 тысяч километров, и они едут на озеро Байкал, Алтай, потом через Байкал, ну, в общем, вообще какая-то поездка запредельно интересная. Так, поснимаю, катакомбы. Ну да. Да они меня снимают, как я ползу, я боюсь переквырнуться здесь. У нас на Сталине нет таких дорог. Я пройду или спуститься? Я что-то боюсь, я реально боюсь. А я не завалюсь? А? Да, пройдешь. Ну опусти машину, раз ты сомневаешься. Если будем кувыркаться, на меня не падает. Колеса немножко туда сделать. Нормально? Наверху страшнее сидеть, чем внизу, я понял. Да, да. Мне наверху-то реально страшнее было. Ты почему уши ты сжигаешь? Болото топкое! Здесь по весне у геологов два трактора засосало! След надо идти, по кочкам! Рот был глубиной 0,6. 0,6. Ну и что, давай 0,6. Сюда не поедем. 0,6. Так может это самое, 0,5? Нет, действительно, 0,6 это много. Я думаю, надо открыть 0,5, и этого нам хватит. Открыть 0,5, то 0,6 будет нормально потом. Да, да. То так придется за 0,7 бежать. Что это? Чай. Дай. Это не чай. А что? Коньяк. Не может быть. Пошли. Точно. Скоро темнеть начнет. А, молодцы, да? Да. Какие у нас ведущие? 0,5, 0,6, 0,7. 0,5 открыли, 0,6 преодолели. 0,7 открыли. Метр преодолели. И там вплавь. Да. Здесь говорят, ребята, летом проходит слет БДСМщиков. Вот, причем они каким-то образом проезжали по соседней дороге и видели палаток миллион. Ну, как называется... Наверное, мы скучно живем, да? Мы очень скучно живем. Чудесариум. Чудесариум. БДСМ, ЛГБТ, БДСМ. Химки, мы ищем химки. Все, не поймешь, где чё как. О! Радуга жизни. Чудесариум. А, могли насос в воду кидать? Могли. Наверх. Здесь вишня проезжает. Там следы есть, прям по болоту. Забавно. Ну, хорошо, что мы третьи. Ну, вниз-то мы не спустимся. Вниз не спустимся. С разгона только, если, да? Надо смотреть, раньше есть там спуск вниз? Нет. Штурмовать брод. Сейчас надо успеть. Самое интересное начинается. Ой-ой-ой-ой! Почти. Но у него что-то там есть какие-то. Вот эта техника. Самоблоки, что ли, стучат? Если бы, конечно, подтянуть бы, видишь, как уехала вторая машина, было бы удобнее. Не подумали, да. Вот это, конечно, жопа. А как теперь ее затаскивать? Я дам газу сейчас, но войдет ли она сюда? Да. Резко вправо! Да это ж не санки! Давай! Да-да, на буграе, все. Да, вот так и езжай. Давай, туда еще бери. Не мешай снимать, Игорь. Не, не, не. А. Здесь не застучишь, нет. Подходите. Пойдем.
Еще. Вот сюда надо заскочить. Серега, заходи, Серега. Правее, бери сразу, вот туда заскакивай, то правым колесом вот туда заскакивай. Правее колеса. Нет, правее. Я вижу. Все, ровно. Нет. Выйти, потому что мы не дремлем. Не забыли природу. Поехали. Давай. Я держу дерево, если что. Это наша корова, мы ее доим. Сейчас номер найдет. Ранжеловер. Я снимаю. Ты потихоньку не спеши. Конечно. Да. Слушай, Игорь, а там значит еще. Потихоньку не спеши. Нормально. Последние секунды владения машины. Да, хорошая машина. Хорош, достаточно. Колеса верни обратно. Колеса прямо. Да, колеса прямо поставь. Да, прямо. И газуй теперь давай. Педаль в пол. Давай. Пошел. Идем. Ну, зачем ты газ-то бросаешь? Назад давай еще назад. Как он сам? А можно тянуть? Давай затянем. Давай, сейчас, стоп. Давай с этого. Там момента. Газуй, да. Там Давай, газ. Давай, родимый. Давай, еще что газ. Мама. Еще немножко назад. Мама может. Вообще, зверь, машина. Вот. Все, продаем Тойоту. Давай. Вот, назад. О, аплодисменты. Нет, да. Не газуй, не надо. Ой-ой-ой. Не надо. Нет, уже не слепнется. Все, брод преодолен. Все кушать хотят. Нет, все устали, хотят кушать. Хотите меня? Чё? Я говорю, хотите меня? Ну сюда в колесо воткнул бы, стоял бы, нет? Красота. Докладываю. По пути автокухня отразила подлое нападение вражеского танка. Записал. Горячее питание доставлено. Ну, как в полевых условиях. Готовят, да? А что у нас будет? Каша, да? Да, каша гречневая с тушенкой. А, исключен, да? Куски. Исключение получается. Самое главное, вкус дает один ключ. А какой он должен быть? Это 27. 27. Только на 28. А зад у него разводной или какой? Нет, это как бы... Стационар, да. Понятно. Мы с разводными задами не ездили. Да. Ну, так мы показывали такие, места, да, такие, сегодня? Да. Закуска под водку, а будет каша. Да. Мы поели, точнее поужинали, если уж совсем быть точным. Сейчас ребята вон уже начинают потихонечку одеваться. И у нас последний рывок. Да? Да. Колея. За дипломом, едем за дипломом. Едем на диплом. Да, сдаем. Едем на диплом. Сдаем этот самый норматив ГТО. У меня еще пока гусениц нету. Были бы гусеницы, я бы не останавливался.
Специально, что ли, такие узкие места? Все пожрали, а теперь пролезть не могут. А я-то что здесь забыл, я не пойму. Я-то что здесь забыл вообще? Вы просто посмотрите, кто, где он, двери. Ты посмотри ему по двери. А это, кстати, нездоровая тема. Ёб твою налево. Давай, ну что, давай в сапогах есть кто, как? Пусть вылезает, мы трос сейчас дадим. Назад тащить будем. У него вода сейчас пойдет, мы в эту машину. У него машина уже. Попробуй рулем направо, кошмар. Налево. Блять, он тонет. Ё-моё. Он копает. Блин. Едет. Где едет? Едет, он назад едет. Давай назад, едет вроде, охренеть. А? Едет а назад же. Не едет, ребят, ну давай подъедьте. На что цеплять? А чем цеплять? Где трос у тебя? Блядь. Давай, надо кинуть на крышу трос давай, ему. Давай, подъезжай, трос. Не бойся. Садите! Лёлик! Идиот! Мамочка! Закинь, за что цеплять? Сейчас отцепим. Ну за колесо хотя бы, хоть у тебя или вырвем. Не, на самом деле... Ну, за несколько попыток. А это веревку кинуть, а по веревке уже отдать. Еще лебедка есть? Давай, поджарь это. Давай, лебедку сюда. Второй. Давай, лебедку быстрее. У меня есть этот, ну, сколько она метров-то этот наш трос? Трос, того длинный был трос. Кинул трос и уже лебедку подцепил. Давай. Сейчас будем дергать, да. Будем спасать, правильно? Еще раз. Открывай двери! Двери открывай, воду открывай! Давай, снимай это! Ой, утекло, унесло! Открывай двери! Да нормально вообще! О, хоть коврики помыл! То грязище была какая! Чипсы разбросаны, да? Что-то мне сразу... Идиоты! Да мы и говорим, что тебе хоть чисто будет, да? Ну главное, веток нет! А что, теперь дело чести взять, брод?
Пойдем сломаем сначала. Не знаю, да только без веток. Без веток. Что вздохнуться можно, я не понимаю. А что так, как этот самый? А почему? Расскажи. Потому что это старый дизель. Ну, старый почему? Он же не залился, не что? Не залился. А почему он так закоптился? Он обычно в жизни так тоже. Я сейчас заведу, у меня тоже сам будет. Ну, в принципе, заехать, да. Стартовать. Сейчас будем одной машиной заедем наверх. Если не получится, будем подтягивать его. Другого выхода нет, но это на всякий случай. Нет, немножко вперед, он хочет выехать. Валера там поехал. Через по река. Вообще, я не знаю, мы за светло-то, я думаю, уже точно не вернемся, да? Время 6 часов. Нет, а у них так было. Он сказал, коротит. Коротит, да? И, видишь, немножко это самое, влага. Свет выключить. Фары промокли все. Раньше синюю воду снимали. Рыба в левой фаре. Рыба. А рыба? Рыба. Он просто рыбы приехал. То есть следующий не будет вообще возможности выехать. Он сейчас раскатает, правильно? И меня спустит. Да. Да. Все, либо туда, либо уже обратной дороги. Нет, мы же не можем отступать, мы только вперед. Лыжня должна быть скользкой, правильно? Да. Лыжи да. должны ехать нормально, да. скользкие. И у нас тактика только вперед. Диски помыл, колеса чистые. Смотри, да, на мойку можно не ехать вообще. Помыли! А вон льдина, которая выпала из него. Вот она и не давала. Может, она в этот попала? В вал? Да, в двигатель. Я думаю, да, в раздатку. Двигатель попал в раздатку. Почему Титаник утонул? Льдина попала в раздатку. Почему Титаник утонул? Поэтому и он. Потому это он, да. Да, мы, конечно, сегодня получили массу экстремального удовольствия. Я в восторге. Вообще, как ребята просто вылезли, это чудом, да? Получается, ребята спустились, хоп. Плохо, мы его убрали на самом деле как-то. Да правильное дело, естественно, убрали, а сейчас мы его обратно положим. Это сейчас принцип... положим обратно, подожди, не уезжай далеко. Ага. Вот мы и заблудились, походу. Это перекопы. Да, походу мы дело заблудились. Что делать? Наш опять заведующий ускакал. О, с дальними фарами поинтереснее как, да? Угу. Что, он опять сейчас скажет? Ребята, я вспомню дорогу. К утру выйдем. Да, к утру выйдем. Кашу. Только что колея была, велосипедист. Во, кстати, следы велосипеда. Не знаю, кто тут на велосипеде-то ездит. Зимой, ночью. Ну, брод, мы отменили, встретили сейчас местных жителей. Вон в «Жигулях» впереди едут. Сказали, что лед хрупкий. И, скорее всего, не получится пересечь. Поэтому капитан нашей бригады принял решение развернуться, и мы едем на асфальт. Ну что, подписывайтесь на канал Миг ТВ. Всем хороших выходных. Для нас это были хорошие выходные. Всем удачи, ставьте лайк.